Че, приветствую всех на своем канале, кто меня смотрит. Че, надо ебать пивка, как всегда, нахуй. Ну че, сегодня будет... А этом я купил себе новую игрушку. Я вам сейчас покажу. С вами вместе мы посмотрим, как я запустить этот новый дрон DJI FPV Combo. Сейчас вам покажу. Ой, моя новая игрушка. Заряжаю. Вот такая вот такой кабель идет. Тут получается пульт на дрон. Вот этот сам дрон. Такой вот большой. Да, ты вот идет сзади идет зарядочка. Вот тут вот. Эти вот надеваются специальные очки. Надеваешь эти вот как сам, как птица, в полете летишь ними. Это я понимаю, как идет пауэрбанк. Откуда заряжаются вот эти вот очки. Так, вот сейчас только мне нужно понять все, как этот дрон вообще летит, как его вообще запустить. О, как говорится, без пивка никуда. Пока пиво не выпью, не пойму вообще, как его запустить. А кстати, друзья, кто мне смотрит мой канал, если кому не трудно, подпишитесь, там такая красненькая пугается субскрип. Она должна быть серой. Ну и лайк поставьте, как бонус. Если не трудно. Нет, так нет. Вот, я думаю, надо просто взять телефон и зайти вот наш знакомый всем ютубчик и посмотреть, как запускать этот дрон. Потому что мне пока без понятия, друзья. Так, ну что делаем? Просто получается... Вот, сейчас мы зайдем, блядь. Так, напишем, блядь, так, блядь, английский плохой, how to, так, start up, так, DJI, FPV, дрон. Ну и тут, мне кажется, мне в любом будет информация, как его запустить. Я-то пробовал все пуговицы пережимать, он как-то мне даже эти пропеллеры как-то вообще не крутит. Кстати, кому интересно, этот дрон разгоняется 90 км в час. Это не простой такой дрон, знаешь, как на других есть на телефоне. Это квадрок-дрон, и он, кстати, у него стоимость почти 1000 фунтов. Ну, кому интересно, может тоже себе такое приобрести. Или Amazon, или B, там как бы все есть. Ну так, что, смотрим дальше, как его тут правильно запустить. Так, вот я тут нашел. Ну, вон туда на камеру будет плохо видно, блин. Я тут сейчас сам посмотрю. And begin, I'm going to start line. Так. Так, дрон, unboxing setup. Это неплохо, я уже его раскопал. Before you fly. Step by step guide. Так, ну вот, сейчас посмотрим. Можно пивка, друзья, выпить. Так, это прикольно. Потом буду снимать не на эту свою GoPro-шечку, а буду вот такие вот видосики снимать, как говорится, с птичьего полета. Ну, я думаю, что вам будет интересно. Так неплохо заплатила бабок. Ну, это как игрушка, игру. Игрушка, вот игрушка, такие вот очки, как это, знаешь, как зомби, не, да, блядь, как инопланетяне какой-то, блядь. Ну прикольно, интересно, вот такие внутри смотрятся. Тут, как говорится, идет флешка, то на флешку можно, как говорится, что записывать. Это все как бы довольно таки интересно. Пульт такой нормальный, такой удобненький. Я думаю, должно быть хорошо. Так, сейчас смотрим. That's quick. Hey guys, thanks for tuning in. Here it is, the DJI race drone, FPV race drone. Got this DJI backpack here. Anyway, today's all about the DJI FPV drone. Everything fits great in this backpack. We're gonna boot it up. I went ahead and just have the helipad here since this thing does have a return to home, right? Where you can just click a button or if it loses connection or whatever,
it will come back and try to land where it took off. So I think that'll be kind of... Короче, я тут сейчас все посмотрю, и потом вам все покажу, как я запускаю. До скорой встречи. Так, ну так, забежку посмотрел все видео, кое тут есть ядра. Tad mēģināsim kopā kaut kā viņu palaist to dronu. Tā, kā man rādīja, viņam vajag uzspiest aizmugurē vienreiz pogu, uzspiedu, un otro pogu bišķi jāpatur. O! O! Kaut kas parādījās. Redzi, iedarbojas lampas, pārējās huņas. Skatījumās tā, proti rādu. About the DJI FPV drone, everything fits great in this backpack. We're gonna boot it up. I went ahead and just have the helipad here since this thing does have a return to home. Oh, and I got about 5 miles per hour. It wouldn't even turn off, so it's kind of like you have to just put the propellers on a little bit later. It goes up. So be careful putting these on. Sticks on, flip the antenna up, and this thing's also ready to power on and ready to go. The initial flight, I'm just going to be kind of showing you how the thing performs without putting my goggles on, so I'm going to go through that just a little bit later. Save that for the second battery, I believe. Make sure your battery's in there good. Remember, it clips in just like that. Tug on it, make sure it's not going to fly out. And then all we got to do is turn this thing on, so... На кур без зала не, бля. Я весь съебал. Powers it up. Pretty cool, yeah, how that thing turns on. The camera goes up and down. This is interesting vibration. And let's see if I have to relink this controller. After I had that motion controller on. Remember, this initial flight is just going to be like line of sight, really getting close up and seeing how this thing performs. Great, so the controller did link up, so I don't have to relink them, I guess. They just both can't link up at the same time, but if you initially link one or the other, they'll always relink if they're hard on individually. Right, so here we go. With the controller, you want to do both sticks down and in. Down and in? Once this thing powers up, you can see the propellers are powered on. I think in my unboxing, I kind of showed it going in it. So it's kind of like you have to just pull the throttle down. So maybe a little safety issue for beginners. Motors aren't turning off. I'm just going to push up. Just like you would like a normal drone. And did you see those green lights? They flash really quick. That kind of means that, I was in sport mode, I took off. Let me go into normal mode. Okay. So switching into normal, so basically normal enables the front obstacle, not really avoidance, but it slows down at obstacles. S is sport, and then M is manual mode. So we're just going to go between normal and sport for this view right here. But you can see how it's just like a GPS DJI drone, super stable. The sensors on the bottom here, you know, they're looking... If I have to relink this controller after I had that motion controller on. Remember, this initial flight is just going to be like line of sight, really getting close up and seeing how this thing performs. Great, so the controller did link up, so I don't have to relink them, I guess. They just both can't link up at the same time, but if you initially link one or the other, they'll always relink if they're powered on individually. Right, so here we go. With the controller, you want to do... Both sticks down and in. And then once this thing powers up, you can see the propellers are powered up. Yeah, you did to be a it wouldn't even turn. It means that, Да.
Vai, būtu labāk šāpast. Jums mani telefonu arī neizdien. Vai, tik ir pazdarojums? Jā, jā. Es nesim nopļūtu, bļu. Tak. Tad 2500 funti, bļēķi. Tak, labi. Tak, mēģinām palaist to, te. Manu dronu, bļēķi. Bļēķi, to smagi filmēt un rādīt jums. Nu, labi. Ā, tak. Sāk, spiežam plogu. Так, это где? Раз, раз, инс, инс, дю, инс, дю, инс, дю, три, четыре. А, давайте, ребят, сейчас мы того учимся. Так, готовы? Давайте хотя бы на руку, пожалуйста, выпуск 9 минут. Вот это здесь уже 9 минут, ребята. Как же тебе надо? Я обязан вас заснять. Ну, не пугайся, кишка. У тебя она прям отдыхает. Так, а вот они, что она вписалась в эту картину в масляную, и цветочки, и кошечка, оп, а, мы ее добавили. Вот эта локация, максимальный придает атмосферу этого города. Вот скутер припаркован, дом, где живут местные, вот еще один домик. Ну и в целом обстановка такая ненапряжная. Никого нет, а свое, потому что все туристы там. Только мы не ставим, блядь, полость, когда догуляем. А вот такой ракурс, как вам? Так. На каждом этаже очень много тарелок. Ну? Видимо, телевидение. А может быть, интернет. Витя отвечает на ВКонтакте. Как команда? Ты знаешь, что она появляется в голове? Это хуйня. Подвешено белье за веревки. Ребята мусор вывозят. Да, такого контента, конечно, я давно не снимал. Так, да. Комментировать, чтобы пристало. Идешь? Что видишь? То и забиваешь. И вот наконец-то мы выходим из этих перекрестков, с этих поворотин, где можно заблудиться. И вот. Вот она, транспортная артерия, по которой мы сейчас визой. Нет, ну, ну, твинка, что малика, бля. Я пока сюда летал, понял, бля. А вот, кстати, и байк, а примерно вот такой же у нас с тобой стоит в Новороссийске. Switching into normal, so basically normal enables the front op. These ones are going to be possibly easy to get link up at the same time, but if you initially link one or the other, they'll always relink if they're powered on individually, right? So here I go with the controller. You want to do both sticks down and in. And then once this thing powers up, you can see the propellers are powered on. I think in my unboxing, I kind of showed it going and it wouldn't even turn off. So it's kind of like you have to just pull the throttle down. So maybe a little safety issue. Заебал. Ищем H&M. Булин даун, блядь. Тут у нас Starbucks есть, да? Можно сейчас кофейку пахнуть. Это как чувствуешь? Тут нет, блядь. Тоже разнесло, да? Пора, я и там. Хуёво, блядь. Вроде бы хорошо спало, потому что ты видишь там. А выходишь на улицу, чтобы все прохладненько, конечно, размолило. На улице прохладно, да. То есть вы там пока поднимались, меня продуло спину. Поздравляю, Лизон, вот станционочка, заходим, огромный H&M. Посмотрим, что тебе какие-то выбили здесь. Пока отключусь, ну что, нашла что-нибудь? Это для дома? Это, где-нибудь, халат
хозяйки, которая стоит у плиты и готовит мужу еду. Да. Батька про пропеллеры, блядь. Накома с этим обусяем от сканер патра, ты спорал ша, блядь. Съебал, блядь, ты с магина. Блять, Сань. Here's everything else in the box. So we have pair of propellers. Pair of propellers B. So that was A, this is B. Here is the controller. So DJI's new FPV controller. Introduced with this FPV drone, never before seen. Extra top shell, goggles antennas, headband for the goggles, a cable, and the manuals are in this one. AC power adapter and the goggles battery. All right, so I'm gonna put these on the side. We got our propellers and all of our extra accessories here. And let's just really check out this drone first and check this thing out. So there's the motors. There's no way that we're going to get that quickly in the crop with this frame here around there. That frame, counterclockwise or clockwise, right? They're going to be dialing out for four boxes for multi-rotors. And then there's the cooling system all over the place. Look at this. 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 Good job, yeah. 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 Yeah.